Дубль один. Всем привет! С вами подпольная лаборатория Рукожоп ТВ. Итак, мои маленькие друзья, сегодня я поделюсь с вами секретом, как выпаивать разъемы из ваших контроллеров и других плат. Предположим, по какой-то причине вы решили отпаять вот такой вот многопиновый разъем. Но как это сделать, ума не прилагаете. Эй, лошара, купи отсос! Скажут многие из вас. Да, есть такая хрень под названием отсос. Отсос мы оставим для девочек. Хрень неудобная и настоящим брутальным мужикам непригодная. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится раскаленный паяльник, обычный припой и вот такая жижа под названием LTI-120. Если у вас нет такого суперфлюса, вы можете приготовить нечто подобное, взяв обычную сосновую канифоль, растолочь в порошок, залить спиртом, размешать, и у вас получится примерно та же самая LTI-120 флюс. Итак, будем использовать метод, который я назвал «Озеро надежды». Итак, берем наш флюс, смазываем все вот эти ножички, которые нам надо отпаять. Отпаивать по одной у вас не выйдет, можно, конечно, по одной выкусывать и отпаивать, но это все хрень. Берем наш припойчик. И делаем поверх пинов огромное озеро, которое должно аккуратно или неаккуратно покрыть все наши ножки. Топим ножки в припое. Это дает нам возможность одновременно прогреть все наши ножки, расплавить все олово вокруг них, весь припой. При небольшой сноровке у вас это быстро получится. Не жалейте припоя. Делаем вот такую кляксу. Стараемся, чтобы у нас все ножки находились в озере надежды. Вы почувствуете, когда начало олово плавиться. Катаем колобочка, похожего на ртуть. Аккуратно сливаем. Вот и наш разъем. Вуаля! Самое главное в этом деле – одевайте всегда штаны. Поздравляю, надеюсь, с этим уроком ваши руки еще немножечко распрямились. С вами был Пиранья и подпольная лаборатория Рукожоп ТВ. Подписывайтесь, дальше будет еще интереснее и полезнее.